Традиционная лыжня проходит уже в седьмой раз. Жители поселения собираются на праздник. Многие приходят с семьями и поддерживают друг друга на дистанции. Мне кажется, что еще не выйдя на старт, мы все сегодня уже одержали первую победу. Победу над мягким диваном. Мы отказались от гаджетов. Мы здесь на поле. И мы показываем всем пример, что спорт – это уже стиль нашей жизни. Демонстрируют свое мастерство и гости. В этом году на фестиваль активного отдыха приехали спортсмены из соседних поселений. Назарьева, Ершова, Жаворонки. Ребята основательно подготовились к соревнованиям. Мы всегда участвуем в хоккейных всяких разных турнирах. Не раз даже побеждали снежинку и в 2013, и в 2016 году. И хочется, чтобы вот таких традиций добрых за здоровый образ жизни было как можно больше на территории нашего любимого Одинцовского района. Самое приятное зрелище – это старт юных спортсменов. Некоторым из них едва исполнилось 3 года, но они уже уверенно стоят на лыжах. Я бежала очень быстро и пыталась выиграть. Вместе с малышами проходят дистанцию родители, они подбадривают, а иногда и помогают. Ситуации бывают разные, лыжа отстегнулась или палочки запутались, мама в тот же миг придет на помощь. Наше первое соревнование, и, конечно, такое. Я тоже раньше выступала, поэтому продолжение такое хорошее растет. И самый главный момент – финиш, вручение подарков и медалей. Здесь нет проигравших, все, кто вышел на старт, уже чемпионы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».